только что закупилась в магазине Winco Food. А насколько я знаю, этот магазин, он не во всех есть городах и даже вроде не во всех штатах. Вот такие пакетики Winco Food. Есть бумажные, кто хочет, берет бумажные или пластиковые. Я вот бумажные беру для бутылок. Кстати, работает он 24 часа, видите, круглосуточно. У меня знакомая есть, она всегда ездит ночью закупаться. Она говорит, мне так нравится, спокойно, людей нету. Хожу, говорит, одна из немногих по магазину. Но я как-то ночью никогда не ездила, всегда днем. Здесь, кстати, парковку делают. Что-то тут поразливали. Там несколько этих линий закрыли парковочных. И я тут пока нашла место. Там в самом конце парковки. А вообще не люблю далеко парковаться. Люблю всегда поближе. Хотя наоборот, да, хорошо. Дальше припаркуешься, больше, как говорится, походишь. Здесь мы мало ходим, если специально этим не занимаемся. Ну, вообще, машинная жизнь, она к этому располагает. Так, что я хотела-то в этом видео? Сто лет я уже не снимала видеообзоры продуктов. И не то, что видеообзор, просто, знаете, хочу показать, что я купила. У меня сейчас чек вышел на $57. И думаю, кому интересно, на $57 что же можно купить в этом Winco Food. Хотела сказать, но я уже отвлеклась, поэтому не помню. Но я думаю, что я этого не сказала, да, в самом начале. А здесь можно рассчитываться только дебетными картами или кэш-наличкой. Они не принимают никакие кредитные карточки. Вот все за наличку нужно покупать. Вот такая вот у меня тележечка продуктов. Сейчас я вам такой просто небольшой, знаете, быстрый-быстрый обзор сделаю. И посмотрим, что же можно купить на $57. Молоко взяла вот такое цельное. Так, может быть, я буду выкладывать в машину и показывать. Не знаю, как это получится. Не очень, конечно, удобно, но, знаете, дома уже не получится, когда я приеду домой, вот это все раскладывать. Кстати, у меня тут багажник заполнен. Ну, давайте вот так вот посмотрим. Вот такие вот буррито мы их называем. Никита очень любит. Это фарш и фасоль внутри. Замороженные. И иногда я ему такое делаю. Dairy Gold, это компания рядом с нашим домом находится, молочная фабрика такая небольшая. У них, в принципе, хорошая такая молочка. Capri Sun, 2 сока. Обычно мы покупаем большими упаковками в касках, как бы выгоднее выходит. Но раз я здесь нахожусь, здесь тоже, знаете, цены очень дешевые по сравнению с другими магазинами. Вот кто хочет закупаться, это Winco Food идеально подходит. Смотрите, вот такую минеральную воду купила. 3 бутылочки. Так, 2 бутылочки вот такой витаминной воды. В основном я набрала фруктов, ягод, хотя ехала за одной кашей. Представляете, ну за кашей и за молоком. Так, виноград. Упаковочку. Люблю зеленый, он, кстати, такой вкусный. Абрикос тоже здесь неплохой. Так, что у меня? А, смотрите, вот такие фермерские перчики купила. Так, сколько у меня? 6 штук. Так, знаете, перец фаршированный на раз сварить, покушать. Они молоденькие, свеженькие. Также я люблю вот такие вот сердечки. Еще бывают пупочки, но что-то пупочки не стала брать. Вот 2,42 стоит вот такая вот упаковочка.
И купила крылышки тоже куриные. Так, где крылышки? Крылышки, выходим, выходим. Да что такое, не могу вытащить. Крылышки. Крылышки у нас стоят 7,35. Вот такая вот упаковка. Так, персики, нектарин взяла. Уже некоторые мягкие-мягкие, они вкусные, а твердые беру, они там полежат пару дней уже будут. Сливы взяла попробовать. Мне вот знаете, что нравится в этом магазине? Приедешь, возьмешь всего по чуть-чуть, и у тебя, в принципе, много чего есть, да? Когда мы ездим в этот, в Каско закупаться, там наберешь такие деньги огромные, потратишь, приедешь, дома кушать нечего, обязательно что-то нужно докупать. Кукуруза, черешенька. Вообще я люблю такую бело-желтую черешню, но ее нет. Она вроде в Каско есть. Я сейчас туда, кстати, направляюсь. И вот, представляете, ехала за овсяная, да, органик. Я всегда беру органик. Мне очень нравится. По утрам, как ребенок, кушаю кашки. Все, да, вот и все. Вот такой вот небольшой обзорчик моей маленькой тележки на $57.